Поборются за титул чемпиона Сарова в открытом первенстве по боулингу в ресторан «Прайм» пришло 20 человек. Половина из них играли в первой лиге, половина в высшей. Турнир проходил в несколько этапов. Каждый человек играет со всеми остальными участниками своего дивизиона, то есть 9 человек по 2 игры. Итого 18 игр у нас играет каждый человек. И по итогам этих игр у нас определяется победитель. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турнира Федерация боулинга выбрала не случайно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик». Уже 160 лет они мировые лидеры в производстве и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. А на удобных диванах «Прайма», расположенных рядом с дорожками, спортсмены могут отдохнуть и дождаться своей очереди. В высшей лиге в личном первенстве больше всех очков набрал Илья Шулятьев. На турнир молодой человек пришел не за победой. Он хотел провести свое свободное время с пользой. Никогда вообще его не ставил в приоритет, просто любители бильярда. И вот, ну, получается, да, бильярд поспособствовал, как точная игра. Повезло. Есть, конечно, приятное ощущение, но хотелось бы просто все равно продолжать заниматься, чтобы и был. Ну и самому еще далеко куда расти. То есть были страшно проигранные партии, так что будем заниматься и расти. В первой лиге победителем стал Алексей Озев. Попасть в высшую лигу молодому человеку не удалось по набранным очкам в отборочном туре. Но Алексей уверяет, что в следующем первенстве он обязательно поборется за первое место в высшей лиге. Я, так как не тренировался, не ходил, начал с первой лиги, вот победил. Перехожу в высший дивизион. Надеюсь, и там одержу победу. Первенство закончено, итоги подведены. Следующий турнир пройдет в январе 2020 года, а принять в нем участие сможет любой желающий старше 18 лет. У спортсменов есть возможность начать тренировки уже сегодня. Ресторан «Прайм» открыт для всех.